Жақсылап қарасайшы, неге ұқсайды? Айттың ба? Жақсылап қарашы, неге ұқсайды? Қалай цветін көрдің? Не знаю. Еще раз подумай, сен это немен жазбасың? Светофор. Немен жазасың? Жазуды. Немен, ручка. Значит, и покажи, иди. Побеги, покажи, что это ручка. Чур. Да, чур. Скажи, это ручка. Теперь обратно беги и показывай. Иди, показывай. Линейки там этот. Куда пропустил? Вот еще пропустил. Говори, что это такое? Вот это, что это за цифры? Это не ручка. Говори, что здесь написано? Пенал. А эти цифры как называются? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Трафарет. Вот это большое на что похоже? А скамейка из чего состоит? Карандаш. На английском знаешь, что написано? Английский же учишь? Color pencil, что значит, знаешь? Карандаш. Цветные карандаши. Теперь еще, вот это, на что похоже урна? Посмотри, на что похоже. Нет, пластик это чем этот? Стирает, а урна вот, вот урна. Что делает, когда карандаш вставляет, что делают? Точит. Говори. Точит. Точилка. Дальше, покажи. Какая? Беги. Еще что ты увидел? Что это такое? Это белый карандаш. Нет. На доске чем пишут? А вот это как называется? Нет, вот это как называется? Чем измеряют? Линейка. Беги дальше еще, что ты увидел? Карандаши. Ластик. Ластик. Карандаш. А это? А это? А он? Качеля. Нет, за качели, доска. Линейка. Давай, скатывайся и пошли. А вот это что это такое, цифра? Как это называется? Помаши рукой, папе.